Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Следственного управления ОМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность группы лиц. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что 45-летний генеральный директор и трое сотрудников, двое женщин в возрасте 30 и 33 лет и 41-летний мужчина, действуя от лица коммерческой организации за денежное вознаграждение, организовали и осуществляли фиктивную регистрацию иностранцев на территории Российской Федерации с последующим оформлением документов, дающих право иностранным гражданам пребывать на территории России свыше 90 суток. Члены группы также оказывали услуги по выдаче сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации без сдачи иностранными гражданами соответствующих экзаменов. В офисе организации и по адресам проживания фигурантов изъяты документы, средства связи, денежные средства в размере свыше 30 миллионов рублей. Следователям следственной части Следственного управления Управления МВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом А, части 2, статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом. В настоящее время генеральный директор организации задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Одной из соучастниц избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще двоих членов группы отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, привлечению к ответственности правонарушителей продолжаются.